Всем привет, меня зовут Андрей, вы на канале Industrial Tool. И сегодня у меня на обзоре аккумуляторная, бесщеточная, мощная пила консольного типа Makita DLS714NZ. Как вы видите, аппарат очень огромный, и даже я не вмещаюсь, наверное, в экран. Предупрежу сразу, я не плотник, там, не установщик дверей, и опыта использования данного инструмента у меня вообще нет никакого, только ремонты. И то именно аккумуляторных в моей практике даже не попадалось ни разу. Поэтому не судите строго, обзор, возможно, будет там неправильный, что-то я буду делать неправильно или неправильно называть какие-то вещи. Ну и давайте пару слов о самой пиле. Пила имеет бесщеточный двигатель, частота оборотов 5700 оборотов в минуту. Питается от двух аккумуляторов серии LXT, то есть напряжение питания здесь 36 вольт, два аккумулятора по 18 вольт. Используется диск размером 190 и посадочное место 20 мм. Максимальная толщина распила для пильного диска 2,2 мм. Работать данная пила может как с деревом, так и с алюминием. Основные преимущества данной пилы. Первое — это бесщеточный двигатель с уменьшенными габаритами, массой, вибрацией и шумностью. Второе — это функция ADT, то есть автоматическая подстройка скорости и крутящего момента под режим резания. Мягкое торможение диска при отключении, повышающая безопасность и точность реза. И приспособленность работы к очень длинным заготовкам, режим протяжки. Я вам позже покажу, просто тут двухконсольная система. Удобная настройка угла наклона, скоса и поворота. Комплектуется пылесборником. Также можно подключать пылесос. Еще ее основные преимущества — это максимальный размер доски, которую она сможет пропилить, 52 на 300 мм. Вес у данной пилы 12,8-15,2 килограмма, я так понимаю, в зависимости от оснастки, потому что здесь вот эти вот дополнительные ножки, они снимаются. Они предназначены для того, чтобы распиливать длинные заготовки, торцевать. У пилы имеется в верхней части прорезиненная рукоятка для переноса. Здесь есть фиксатор, зафиксировали. Задвинули ее как вам удобно по размеру, тоже два барашка зафиксировали, пила не двигается, можно перевозить. Также повернули ее под 45 градусов, и она выглядит более компактно, и вот эти штуки, естественно, нужно снять. Максимальный размер материала, который пропиливает эта пила, как я уже сказал, под 90 градусов. Это 52 на 300 миллиметров. И достигается это за счет вот такой штуки. Вы видите, здесь две консоли передвигаются. Верхняя и нижняя. Обе они на подшипниках скольжения. Максимальные размеры и распиливаемые детали в различных углах я покажу на табличке. Вы увидите ее на экране. А так, в двух словах покажу, что можно сделать. То есть пилу можно наклонить как вправо на 5 градусов, так и влево на 45. Для того, чтобы наклонить ее влево на 45, здесь нужно убрать вот эту защиту. Она отодвигается. Также можно распиливать заготовки вот в таком положении, от 55 до 45 градусов. Ну и заготовку можно зажать, как вам удобно. То есть барашком быстрая подстройка и с помощью резьбы медленная. Давайте установим распиливаемую заготовку и торцанем ее. Зажали. Поставим аккумуляторы. Аккумуляторы ставлю 3-амперные. По две палочки зарядка, то есть они даже не полные. Сверху пилы имеется индикатор заряда. Одеваем очки, подключим, кстати, сразу пылесос. Пылесос тоже подключается без каких-либо переходников. Включаем его на максимальный режим.
Также на пиле присутствует ограничитель глубины. Если в таком положении, то пропил будет максимальный. Если убрать, то с помощью вот этого барашка можно регулировать глубину, насколько нам нужно. То есть барашек, видите, болт упирается в ограничитель, и глубина становится меньше. Убираем ограничитель, глубина максимальная. Ну давайте сделаем пропил в 45 градусов. Пила пилит очень чисто. В комплекте также к этой пиле имеется угольник для установки правильного угла пропила диска. Пропилим в таком положении. Для того, чтобы открутить диск на самой пиле, есть шестигранный ключик. Чем отличается модель NZ от Z? В модели Z имеется рычаг блокировки. В NZ этот рычаг отсутствует, из-за чего там совсем другой корпус редуктора. Там даже другое забрало, вот эта пластиковая защита диска. То есть при ремонте или какой-то поломке внимательно обращайте внимание на свою модель, чтобы не попутать запчасти. То же самое относится к комплектации. В модели NZ в комплекте имеются две опоры удлинителя стола, а в модели Z таких опор нет. Еще в комплекте вы найдете вот такой пластиковый треугольник для точной юстировки вашей торцовочной пилы. Пила выпущена в марте 2021 года и сделана в США. К пиле можно докупить стол и различные диски, артикулы их вы видите на экране. Ну а на этом все. Поддержите, пожалуйста, данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем пока!